Всем привет, YouTube привет. Вот дверь с Volkswagen Polika. Как снять с него ручку? Вот небольшое, так сказать, видео решил снять, потому что небольшая проблемка есть. Раньше вот сюда в двери торчем залазили, выкручивали саморез, и она вот так вот раскрывалась. Эта часть вынималась. Вынимали вот эту маленькую часть. В данном случае это не получится. Потом вынималась вот так ручка из двери. Вот теперь другая дверь. То же самое. Здесь вот в торце есть такое место, как заглушечка. Вот. Но это немножко не так получается. Сейчас мы снимем и покажем, как снимается ручка с полика. Вот оно, наше устройство. Тяжелее воздуха. Вот. Вон они все защелки. Значит, еще раз повторю, что вот здесь вот заглушка стоит, но от нее толку мало. Вынимается эта ручка немножко по-другому. Вот смотрим. И этот. Здесь вот есть защелочка маленькая. Ее надо отщелкнуть туда, в сторону замка двери. Вот где наш ключ. Там вот эта защелочка. Ее надо отщелкнуть. Кончиком этим ключа. Да, покажи. Подвинуть. Покажи инструмент. Вот такой у нас есть инструмент. И таким крючочком вот туда отщелкнуть. Сейчас еще раз покажу на детали. Смотрим. Вот так у нас она стоит на двери. Вот так заводим изнутри вот крючочек, этот инструмент. Вот так вот. И щелкаем. Вот, ну вот она отщелкнулась. Смотрите, вот он механизм, да, у нас. Так вот. Вот так он ходит. Вот. Поэтому вот таким крючком заходим так. И отщелкиваем. Раз, и отщелкнули. Дальше маленькую часть вынимаем наверх. Вот, собственно, и весь фокус в снятии ручки двери. Вот сюда вот его мы отводим. Отщелкнули, и тогда снимается наименьшая часть. Сейчас покажем. Вот она, наша дверь. Теперь отводим ручку сюда, и вот эту маленькую часть потихонечку отводим вверх. Она там довольно плотно сидит. Вот она потихонечку выходит. Аккуратно, аккуратно надо все это вынимать вверх. Там у нас резиновая прокладочка. В принципе, таким же ключиком можно потихонечку ее помогать. Или чем-то таким пластиковым, чтобы не подерябать краску. Вот. Все. Снялась эта часть. Да. Вот мы видим. Она выходит вверх. Следующим номером нашей программы выводим вот эту часть. Вот она спокойно выходит. И здесь у нас такой шурупчик. Под торч откручиваем, и опять же вот они пазы выходят, они сюда, вот они туда, вот да, пазы. Выходят сюда, и здесь тоже самое, такие же пазы выходят, и в принципе что и требовалось доказать, и ручка снята, и панелька снята, все можно уже, как говорится, готовиться к покраске, иначе все это нам мешать будет. Все, она вот еще не падает. Поэтому вот. Опять же за эту рамку, за ту же рамочку. Можно показывай. Пальцем. Давай, показывай. Оп, вот. И все. И она упала. Вот она упала. А резинка просто. Вот эта резиночка вынимается. Вот таким образом снимается ручка с Volkswagen Polika.